штатив с двухосевым стабилизатором от UPMASTEC Q08. Распаковка, обзор, опыт использования. Начнем с достоинств. Цена просто огонь. За такой перископический компактный штатив с ножками, даже без учета встроенного двухосевого стабилизатора и кнопки для селфи, ценник просто шикарен. Дешевле уже только даром. В поездках сей девайс будет просто огонь. Даже те, кто не любит себяшки, смогут снимать фото и видео на фоне достопримечательностей и прочих природных ландшафтов. Отличный штатив, емкая батарея в стабилизаторе, долго держит. Кнопка включения многофункциональная. Зажать на 3 секунды – это включение. Соответственно, зажимаем на 3 секунды – это выключение. При коротком зажатии сменяется ориентация. Производится перевод вертикаль-горизонталь. Телефон поворачивается вокруг оси стабилизации. Фиксатор стабилизатора, даже если сядет батарея, можно отравнять горизонт и зафиксировать. Соответственно, штатив будет продолжать работать даже в разряженном виде. Отличный зажимающий фиксатор с регулировкой давления между выдвижным штативом и ножками и верхней части со стабилизатором. Крепление телефона в зажиме надежное, но при этом не повреждающие грани телефона за счет обрезинки. Такой набор характеристик за такой прайс – это почти даром. Что касается недостатков. Тут только двухосевая стабилизация, держит горизонт, но никак не влияет на тряску в движении. Не очень надежные ножки. На вид довольно хлюпкие и сами, и то место, где идет крепление к штативу, также не выглядит надежным. Когда на штатив крепится телефон больше 180 граммов и нужно немного изменить от горизонтали угол наклона камеры, все, ножки уже вес, соответственно, не держат. Это достаточно большой минус, надо сказать. Что касается сопряжения. Удобное и простое сопряжение кнопки стабилизатора через Bluetooth со смартфоном. Включаем Bluetooth на смартфоне, долгое зажатие на кнопке. Сопрягаем устройство, все можно при включении кнопки делать селфи, фото. Вес штатива около 200 граммов, и при этом он стабильно держит телефоны и смартфоны весом до 180 граммов. Это более чем. Пластик приятный, не маркий, не скользкий. Очень хорошо лежит в руке. Очень удобно складывать, раскладывать. Сложил, закинул в сумку, пошел. Нужно, достал из сумки. Разложил, выставил, прямо на улице можно снимать. Зарядка, маленький проводок на стандартный USB порт компьютера. Блока питания, разумеется, нет. От порта USB 3.0 заряжается быстро, заряда хватает надолго. Того очень приятная штука, стоит как полштатива в России, соответственно, при заказе из Китая. Просто великолепный девайс стартового уровня. Разумеется, он не идет ни в какое сравнение с трехосевыми стабилизаторами, но как штатив плюс полустабилизатор, который держит горизонт, более чем интересная штука. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.